видископ. Я начала работать в Новопечерской школе, она открылась вот в этом году. И мы там популяризируем просто художественную гимнастику. 2-3 раза в неделю занимаюсь с детками. В общем, им очень интересно, мне очень весело, потому что дети первый класс, это, в принципе, кто 6, кто 7, есть даже, ну, 8 лет, и эти дети, ну, никогда не имели понятия, что такое художественная гимнастика. Потому что дети сейчас и в 3 приходят, и в 4. Ну, в общем, мы с ними занимаемся, и самый минимум, который я могу им дать для их общего развития в гимнастике, я им это преподаю. Если будет более талантливый ребенок, то мы его посоветуем куда-то в другое направление, где он уже будет заниматься профессионально. Также я провожу мастер-классы, ну, за границей очень достаточно много. Было много мастер-классов в России, но, к сожалению, по таким обстоятельствам я отказалась от всего, потому что приглашали на соревнования, но я не могу себе этого позволить, и на данный момент у меня нету такого желания. Поэтому мы или по Европе, или вот есть девочки, которые в Казахстане сейчас работают, там Ирина Ковальчук, и я к ней с удовольствием приезжаю, помогаю и берусь даже опыта уже какого-то у нее. Также на дополнительные занятия приходят ко мне детки, с которыми я работаю уже, кому что нужно, кому растяжка, кому предмет, кому равновесие, повороты, ну и так далее. Пока работаю так, чтобы я в любой момент могла уехать, могла оставить детей, и им была замена, но зачастую они замену не хотят, они хотят ждать меня. Вот, что очень приятно. Но в будущем, может быть, я буду в большом спорте. Может быть, я стану мамой, буду только в семье. А может быть, я так и буду для себя заниматься с детками, получать это удовольствие. Ну, время покажет, все меняется. Нет ничего стабильного и ничего точного на будущее. Витископ. Спортивное видео.